Диана Гуардата, аристократка из патрицианского рода Гуардата, имевшая по крайней мере двоих детей от короля Неаполя Фердинанда I. Ее первым ребенком был Фернандо де Арагон, первый герцог Монтальто, который женился в первый раз на Анне Сансеверино, а во второй раз на Кастеллане де Кардоне, чья дочь Мария де Арагон вышла замуж за Антонио Тедескини Пиколомини, герцога Амальфи, племянника папы Пия II и брата папы Пия III. Ее вторым ребенком была Джованна де Арагон, которая вышла замуж за Леонардо де Лоравера, герцога Арчи и Сора, племянника папы Сикста IV и брата папы Юлия II.